в интересах привлечения внимания международного сообщества к авантюрным подобным шагам в космосе западников, Российская Федерация внесла на рассмотрение Генассамблеи проект резолюции «Космические наука и технологии для продвижения мира». Этот документ нацелен на формирование на межгосударственном уровне общего понимания недопустимости использования космических систем, в том числе коммерческих, для силового воздействия на геополитических оппонентов. Они становятся законной целью для ответных мер, включая меры, ответные меры военного характера.